Всего у нас у девочек 3 заплыва. Вот стартовал первый. А мы также напоминаем, что вы можете голосовать себя у нас на сайте sportwizard.ru за свой спортсмен, за свою спортшколу. Лидеры голосования мы с лидерами голосования проведем интервью в прямом эфире. А также не забывайте регистрироваться у нас на сайте, и сюда вы можете увидеть свои результаты на своей личной страничке, добавлять видео с соревнований, делиться своими результатами, показывать их своим соперникам. И не только, а также сравнивать. Также на сайте у нас есть актуальные рейтинги, они обновляются каждый день по мере поступления результатов соревнований. Так что регистрируйтесь, смотрите за своим прогрессом своих детей.